Если Назарбаев хочет нас запугать, а он пытается это сделать, на самом деле он сам боится. РОДУ были посажены в тюрьму. Сейчас Южная Корея входит в десятку ведущих стран мира, не имея никаких ресурсов. Миллион людей в любых случаях, когда они считают, что нарушают закон, выходят на улицу. Именно поэтому в стране царствует закон. Именно поэтому эта страна входит в число ведущих передовых стран мира. И мы тоже добьемся этого. Мы должны понимать, что не будет диктатура вечной. Мы будем всегда стремиться изменить свою жизнь к лучшему, и никакие такого рода приговоры не изменят нашего стремления к свободе. Поэтому, уважаемые друзья, если мы действительно хотим изменить свою жизнь, мы не можем быть равнодушными. Нам обязательно нужно поддерживать семьи гражданских активистов, которые попали в тюрьмы. Нам нужно поддерживать семьи гражданских активистов, которые попали под преследование этого режима. Потому что когда мы защитим наших гражданских активистов, мы в первую очередь защищаем себя.